Лиза Репнева живет в Подрезково на тренировке по черлидингу. Она приезжает каждый день в старые Химки. И расстояние ее не пугает, ведь у Лизы уже, несмотря на юный возраст, есть конкретная цель. Она мечтает стать тренером. Если тренировки в 10 утра, я встаю в 7:30, 8:30 уже выхожу на электричку, потом на автобус. Какие качества у тебя спорт воспитал? Он меня воспитал не сдаваться, верить в себя, не расстраиваться, идти всегда вперед. Сегодня Лиза в числе тех, кого чествуют в спортивной школе «Надежда». Здесь собрались юные чемпионы, которые представляют наш городской округ на соревнованиях самого различного уровня. Они целый год упорно трудились и достойно выступали, а сейчас время подводить итоги. Благодарственные письма и почетные грамоты вручили лучшим черлидерам. Все структуры городского округа нас поддержали. Мало того, в этот процесс влились несколько и областных, и всероссийских федераций по разным видам спорта. Я надеюсь, что вот Химки, будучи пионером этого движения, это будет не один год. Жанель тоже в числе награжденных. Она пришла в команду всего 2 года назад, но уже показывает высокие результаты. На последних всероссийских выступлениях их команда заняла призовые места. У нас очень дружная команда, много кричалок, мы все друг друга поддерживаем. И, наверное, эта уверенность дает нам первые места. Напомним, что в прошлом месяце в Химках состоялись первые всероссийские соревнования по черлидингу, спортивной акробатике, эстетической гимнастике, джампингу, аэробике и фитнесу. В этом турнире принимали участие спортсмены из 11 регионов России. И по итогам соревнований наши черлидеры из школы «Надежда» заняли сразу несколько призовых мест. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.